Он родился в городе Баку, так как отец и дед его потомственные бакинцы. Детство проходило у него обычно в кругу семьи его дедушки с бабушкой, так как отец плодотворно работал в системе Азнефти, мать, еще будучи он первоклассником, скончалась. И фактически вся его детство проходило в тех кругах, где он действительно мог проявить себя как очень талантливый, очень самостоятельный юноша. И будучи уже человеком, как говорится, юным, но очень образованным, он тяготел таким точным наукам. Это не только была физика. Электрическим прибором у него была очень большая тяга. Редко у кого можно было увидеть установку радио. И те запчасти, которые нужны были для этого, он буквально экономил из денег, которые ему выдавал дедушка. И он по купецам доставал какие-то радиотехнические запчасти. Он соорудил такую радиоустановку, которая мог бы переговариваться с другими республиками даже. Ну, отдаленной местности этот радиоприемник принимал. Это 12 лет он уже мог соорудить такой аппарат. Его дипломной работой была создание механических гранатометных установок. Это было тогда ноу-хау для войск Красной Армии, так как технически овладеть такой информацией для создания вот этих гранатометных установок фактически нигде не существовало. Вот его дипломная работа была создание таких малых ракетных установок. Ну, в дальнейшем эта установка под кодовым названием БН-13 уже поступала в 43-м году усовершенствованная установка. Это уже в армии его прозвали «Катюшей». Эта установка, можно сказать, одна из тех секретных оружий во время войны, которая определила роль советского государства и определила исход войны, так как противопоставить германский вермахт не мог ничего. Они были приглашены лично товарищу Сталину, где вместе с другими учеными, артиллеристами. Там среди них был главнокомандующий артиллерии Советского Союза. И молодому лейтенанту, тогда уже старшему лейтенанту, присвоили вот как раз орден Красной Звезды за успешное внедрение этой установки БН-13 «Катюша». Человеком он был очень скромным. Он никогда не думал получать награды за что-то. А те награды сами находили его. Но самой большой наградой он мне сам неоднократно рассказывал, это было успешное возвращение корабля. Фактически он был председателем трех комиссий, которые занимались
не просто космосом. В космос он перешел после того, как была выполнена основная задача для обороны Советского Союза. Это было создание, разработка и испытание межконтинентальных баллистических ракет. Его бытность начальником 4-го управления как раз эти сверхсекретные оружия были разработаны. Так как он был уже в 60-х годах начальником 1-го главного управления, а потом 4-го главного управления Министерства обороны, перед ними была поставлена личная товарищем Сталиным в то время была поставлена задача в кратчайший срок разработать ту ракету, которая бы могла нанести урон всем боевым базам Соединенных Штатов Америки. «Восток» — она есть боевая ракета, так как в то время о космосе никто не задумывался. Главное, нужно было спасти страну. Те годы даже в советском кинематографе отчетливо были те моменты, когда исполнители главных ролей обычно говорили, что будет ли у нас война. Это имеется 50-е, 60-е годы, когда мы не полностью могли, как говорится, разработать ту ракету, которая бы могла отвечать боевой обороноспособности государства. И поэтому эта ракета, которая в последующем занимался космосом Кирилл Кириллов, это та ракета, которая должна была стать первой нашей военной баллистической ракетой. Это был первый выход человека в космос. Обычно от этого мог зависеть вся дальнейшая космическая сфера Кирилла Кирилова, так как плохой исход мог бы закрыть эту всю программу освоения космоса. Конечно, он очень сильно переживал. Он рассказывал буквально те минуты, которым первый космонавт мира побывал в космосе. Для них это была целая вечность. И то, что он вернулся живым, здоровым, и то, что весь мир увидел ту силу, ту ученую гордость, которым владел в то время Советский Союз, это вдохновляло всех. Первая наша встреча была, когда я в первый класс пошел. Да, и это было где-то в 67-68 году, и то, что первый раз он надел мне свой генеральский мундир, я применил его в генеральскую фуражку, это я никогда не забуду, она на мне сидела как пальто, да, и будучи уже первоклассником, я об этом всегда рассказывал. Когда мы уже встречались и в Москве, и в Баку, он очень любил общаться с родственниками. И с другой стороны, каждый раз, когда я с ним встречался у него дома в Москве, первые слова были, конечно, в городе. Он все хотел узнать, но и родственников, но больше спрашивал, как там у вас в городе Баку. Не забывай, что
Я тоже бакинец, хотя уже 70 почти лет он жил вдали от родины. Но я вам скажу, язык он не забыл и часто просил мне именно книги, которые были на азербайджанском языке. Семь министров во главе с министром обороны, которые входили в комиссию, где руководил наш азербайджанец, бакинец Керим Керимов, это не просто министр, а во главе с министром обороны, которые докладывали ему, вот этому бакинскому парню, который родился в городе Баку, прошел всю общеобразовательную школу, и который доказал, что азербайджанский ум, интеллект, знание и честность во всем может стать самым решающим в большой стране, где его именем сейчас могут назвать такие достижения, которых до сих пор никто не знал.